Будапешт встретил нас отличной погодой. Для большинства опытных тренеров и атлетов столица Венгрии все хорошо знакомо. От самой арены Ласло Папа до гостиницы неподалеку. Оно и неудивительно, учитывая, что на этой земле чемпионат мира проводится уже третий раз за последние 13 лет. Для сравнения, Минск последний раз принимал турнир уровня чемпионата Европы 20 лет назад. И очевидно, что венгры заслужили такое отношение прежде всего своей любовью к борьбе, особенно классической ее части. Так что большинство делегаций с трапа самолета почувствовали себя в знакомой обстановке. Место знакомое, уже не впервые сюда приезжаем, уже как-то. Самое главное, чтобы, конечно, чтобы борцы показали, на что способны. Это важнее. А то, что как, что-то маленькие нюансы эти, я на это мелочи не надо внимания больше. Просто надо и проходить, и делать свое дело. Прием, расселение, аккредитация, решение организационных вопросов. При этом нет ни одного крупного мероприятия, на котором все проходит без сучка и задоринки. Сейчас, к примеру, нашим вольникам, многие из которых гоняют вес, пришлось потерять час драгоценного времени в аэропорту. Пришлось брать такси и ехать, значит, на аккредитацию, чтобы быстрее аккредитовать команду, потому что после перелета уставшие, вот, и пришлось так немножко напрячься. Ну, тут размещение хорошее, все в порядке, шаговая доступность, значит, до арены, где будут проводиться соревнования. Вот, в этом плане все хорошо. Питание хорошее, значит, номера хорошие, все хорошо. Мы здесь не первый раз на чемпионате мира боремся. Уже на моей памяти ближайшие 6 лет или 5, уже третий чемпионат мира проводится, не считая юниорских. Мы уже в этой гостинице жили, в этом зале в арене мы брали и бронзовые медали, и брали и другие медали, поэтому мы чувствуем здесь довольно-таки комфортно. В принципе, Венгрия для нас, будем так говорить, страна близко по успехом по всему, и отборочные чемпионаты, и турниры. В принципе, ну, будем так говорить, что Венгрия для нас знакома.